Я когда начал играть вообще в ETS-ку, в одиночке, думал, бля, было бы клёст в онлайне с другими компанию замутить, бля, пипец, бля. Потом только узнал про мультик, бля, зашёл. Да, что-то вспомнил раньше, помните, кто там помнит, еще были по спискам, по приглашениям, прям оставляли, да, заполняли делали. Заявки, и было приглашение, то есть приглашают, все, ты приезжаешь, не приглашают, ну, вот все, иди. Как раз, да, когда было дело. Но... Да, я помню тоже эти с этими таблицами, я с Маки и Фантомы мучались с ними, потому что, блин, неудобно, всех надо проверить, кто есть по очереди, в колонну всех выстроить надо. А там же начался срач из-за кого-то, там же он начал не по форме приезжать или что-то такое.